Расскажи, что ты готовишь. Я могу сказать, ты видишь, что ты помогаешь. Ну, прости, Лёх. Да ничего страшного. Ну, и скажи, Лёха, с чего это? Из твоей боли и страдания. Это так, я под тыком ничего не случилось. Ну, на любую клавишу нужно. Поделать, если у тебя вдруг как бы это видеофильм, не знаю, видеоман. Ужас. Eva, kannst du zeigen, dass du Soll ich das wirklich erzählen? Ja, bitte. Eine Indianerin ist das. Hm. Die gerade stirbt. Und sie stellt sich vor, dass sie wieder zur Natur wird sozusagen, wo sie hergekommen ist. Und merkt halt, wie sie sich so auflöst, aber auch, wie sie irgendwas Höheres ruft. Aber sie merkt halt, wie sie gerade ihren Körper verlässt. Перевести. Перевести? А у тебя как работа продвигается, Лёха? Ебать, потихонечку. А я вот рисую портретики. Вот только у меня рука не набита, поэтому сейчас я рисую ужасно. Так, это Лёхина. Произведение. Не очень хорошо видно, просто потому что она тонкая работа. Это то, что я до сих пор. Вот это и вот это. Ева. Кива. Да. Ага, отлично. Так, вот, пони. Можешь повернуть? Да? Ага, да, вот так. Отлично. Das war ihr Pferd. Das Pferd hat zu der Frau gehört. Ich habe dir erzählt, sie löst sich quasi auf, sie wird wieder zu der Natur und das Pony weint. Das Pony weint. Das Pony weint, weil es traurig ist. Ja, das ist sehr traurig. Sehr traurig, ja. Je grusner. Ja, sie ist sehr, sehr... Очень грустно. Очень грустно. Да, отлично. Очень плачет. Очень плачет. Сильно плачет. Очень сильно, да. Очень сильно плачет. Да, да, песня-то как раз Death Stranding называется, в принципе. Как? Death Stranding. А по-русски? Это, короче, когда киты выбрасываются на пляж. Что-то типа китового суицида.